Китайцы уснул, оставил камеру включенной на это, на трансляции. Собрал 10 тысяч долларов и сколько-то миллионов просмотров. А у нас в записи. Уже можно? Ну... Чашка Петри. Сюда, да? Ну, было бы, да, неплохо. Неделю молчания, да, так? Ретрит. Обед. Ну, не выдержать, мне кажется. Вкусно. Смотрите, как мы пьем чай, да? Внутренний диалог мешает. Вообще ничего не мешает. А есть же, да, диалог? Надо что-то делать, да? Нельзя так сидеть просто. Надо что-то говорить.
меня племянника в армию собрали. Позавчера. Вот. И мать такая говорит, а у тебя какие новости? Я говорю, по сравнению с вашими, у меня ничего не происходит. Вчера какой-то черт пришел. Я говорю, владелец юридической компании. Военный билет законно. Ну, типа, ну, спрашивают, говорит, если есть ли ребят, которые вот в армию, ну, как для которых там, типа, спорт важнее, чем армия. Решаем вопрос. Типа, на законных основаниях. Скажи, мне уже не надо, да? Мне долго снилось, что я в армии. Ну, после. Думаю, я же уже отслужил, что я тут делаю. Да, сильное потрясение. Психотравма, конечно. Армия? Да, да вообще все, что угодно. Все, что угодно. Минуты тишины, да, помолчал. Я имею в виду все, что угодно, что ты не можешь просто. Принять? Что ты не можешь предотвратить. Изменить вообще без каких-либо усилий. Ну, то есть, чтобы, ну, закон, да, каждый мужчина должен служить в армии. Ты говоришь, я не хочу, но тебе, чтобы не идти в армию, ты должен разные ухищрения, то есть, ну, очень такие. Поэтому, конечно же, это откладывает некий отпечаток на человека, понимаешь? А если, вот как, чай, ты заварил чай, я хочу, пью, хочу, не пью. Контроль. Я налил тебе в кружку, в принципе, ты можешь как бы, если ты не хочешь пить, ты можешь даже не притронуться к этой кружке. Хочешь, она остыла, ты вылил чай, новый налил. Ты вправе делать, понимаешь, когда ты полностью свободен от вот этих вещей. А все остальное, конечно же, будет, вот Влад не спал, сколько снил, зачем. Любая деятельность, которая направлена на то, что тебя, не из-за того, что тебе это хочется делать, а из-за того, что тебе это... необходимо просто делать. Не потому... Нет, есть люди, которые, да, вынуждены. Просто по-другому. Или ты должен искать ходы. Выходы, как это уйти. Ну, на тренировку тоже дети же не хотят. Да. А как родители? Ходи. Ну, там, да. Так же? Ну, в какой-то мере, да. Но нужен же иногда такой волшебный пример. Какой? Да нет, почему? Это опять мы говорили к этим установкам. Зачем они нужны? Ну, кому нужен пендель? Я вот тоже так думаю. Я вот сейчас сижу и думаю, кому? Кому? Никому не нужен. Мы все рассуждаем. Вот вчера с тобой говорили о том, что смотри, сколько там сейчас с появлением вот этих всяких средств массовой информации дополнительных, сколько появилось людей, которые учат жизни. Просто катастрофа. Куда ни глянь, все учат жизни или рассказывают, как они живут. Правильно. Но там надо делить на 10. Не факт, что так и есть, как они рассказывают. Да можно вообще не делить. Вычитать. Вычитать. 100 минус 100. На 10, на 20, понимаешь? Столько всего. Но так, как бы ни крути, вот как ты, Леша, мне книжку дал, так до сих пор человека не понял вот основное знание, которое дал, он должен знать, как жить. Как жить? И он куда ни сунется, нигде ответа нет у него. А как жить? То есть советчиков до хрена и больше, да? Начиная от обычных, так сказать, от меня. Заканчивая там патриархами, миссионерами, там еще всякими, да, всеми посланниками и так далее, которые. И в итоге ты не так, и никто ничего и не понимает. Так как же жить? Так как это? Вот так и живем мы на этом веку. На каждый прилив по отливу.
на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо. Так, ну если ты умный, кто-то Лёха из нас дурак. Мне понравилась вот в этой книжке такая фраза, вот добро-зло, да, что такое добро? Добро это то, что я могу объяснить с моей позиции, да? То есть, если я могу себе обосновать, что вот, ну, я налил тебе чай, с моей позиции это добро. Но если ты не хочешь пить чай, с твоей позиции это опять ты объяснишь, это пустое. Я сделал зло. Почему? Пустое просто. Ну, я если сделал... бы ты ему в лицо вылил, тогда да. А так пустое. Ну, пустое. Ну, пустое, в принципе, это как бы равносильно злу, как бы. Злу, то есть ненужности. Добро это как бы какой-то нужность. Но опять, кто знает, где это добро, где это зло. Мы пытаемся с точки зрения преподавания, вот я иду там и начинаю детям рассказывать. Вот, я вот эту неделю посвятил, в нескольких клубов приходил, там что-то, ну, занять. Посмотрел я на это все потом со своей колокольни, сам на себя как бы. Сел. Ты миссионер. И думаю, чего я вообще, чего, какой чушью я занимаюсь? Куда я пришел? Что я там кого-то учу? Что-то там показываю, кому это надо. Ну, в итоге я понял, что это надо мне, в первую очередь. Понимаешь? Я вот, допустим, сидел дома, делать нехрена. Собрал вещи, позвонил приятелю, говорю, ну, приеду к тебе на тренировку. Ну, приезжай. Приехал. Ну, он говорит, хочешь что-нибудь, проведи тренировку. Я говорю, ну, давай. Я посплю пока. Да. Но он потом мне говорит, так и один, и другой, и говорит, ой, Ром, спасибо, мы так отдохнули. Я говорю, а я тоже так отдохнул. В удовольствие, потому что. Ну, когда? Да, и даже, кстати, вот эти переезды, тренировки, причем не просто одну тренировку, я там потратил там 4 часа из жизни там своей там. Это только тренировка, там 4 тренировки у одного там и 3 тренировки у другого. Но я не знаю, зачем это я все занимаюсь этим всем. Что, я кого-то хочу чему-то научить. Бросок через спину сделать. Поможет ли он это? Жить. Поможет ли это? Я говорю, нет. Но я там тоже такие фразы там кидал, типа, но мы через это трудолюбию вас приучаем. Потом думаю, нахрена это трудолюбие? Сам по себе думаю, ну гораздо приятнее просто ничего не делать. Тяжело. Это самое тяжелое. Ну мы попытались сейчас посидеть в тишине. Ты взял, начал что-то кукарекать. Но я самый слабый, потому что. Ну, по сути, издевательство, и сами над собой издеваемся. Вообще, когда я вот посмотрел, сам над собой издеваюсь. Кукарек, ты меня это птицей назвал. Куда-то идти, что-то делать. Ради какого вообще? Как это, какого черта, блядь? Урожна мне надо. Ну, так, получить личное удовлетворение. Показать какую-то свою значимость, что я вот родители же сидели. А это кто? Дед Мороз. А это вот это все. Дети все. Ну, единственное, что. Не, единственное, что меня порадовало, я привез там журнал и Мурзилка всем вручил. Вот это детям восторг был. Все остальное мне нужно. Дети, кто я? Мурзилка. Кто я? Ну, здорово же. Да, кто знает. Вот опять, кто знает, добро это или зло. Это журнал. Это журнал. Ну так, беседы. Беседы какие-то, разговоры. Что-то делаем. Какие беседы? Театр? А, украшаем. Украшаем жизнь свою, да? Украшаем пребывание свое. Всякими разными, как елочная игра. Это, как елка на Новый год. Как ее украсим? Вот я утром встаю и думаю, так, ну что, какой-то что-то какая-то. Как украсить свой день? Сегодняшний день. Ну-ка, давай. Поеду к Владу. Что так буду делать? Ну давай, ладно. Позанимаюсь у него там чего-то. Влад вчера тоже украсил свой день, там лапшу на уши навешал там на занятиях. У всех, блин, это завяли уши. Гаси.
Гаси? Конечно. Ну нажми там. На что? С правой стороны такая большая серебряная кнопка, видишь? Чуть выше. Вот это? Да, там загорелось на экране зелененькое. До свидания не сказал.